Всем привет! Вы на канале Mist & Play, мы продолжаем Stardew Valley. Я ни хрена не помню, что было в прошлой серии. Но, да ладно, так, нам надо сразу. Смотрим телевизор, о, опять, это повтор. Так, наверное, звук надо поменьше, да? Я поделюсь с вами новым рецептом, тайной поваренной. Капустный салат. Уже представляю скучную кучку вялой капусты. Не вы одни. Но хорошо, капустный салат это гораздо больше. Только выберите самый свежий и сочный кочан. Плесните немного уксуса и майонеза. И салат готов. Ай, какой хруст. Вы научились готовить блюдо капустный салат. Давайте, наверное, все-таки. Я просто здесь со звуком немного переебывал. Извиняюсь за мой французский. Но вот так вот сделаю. Все нормально. Ну, вроде как да. Вроде как я громче разговариваю, так что должно быть нормально. Так. Что за прогноз на завтра? Весь день будет ясно и солнечно. Блин, снова поливать. Я не знаю, есть смысл об удаче смотреть. Духи слегка возмещены, удача будет не на вашей. Объясните, на что зависит эта удача? То есть, есть ли смысл ее вообще смотреть? Так. Мне надо было зеленую фасоль. Подождите, я зеленую фасоль уже отнес. А, это я дополивал, это я брал, чтобы энергию восстановить. Кстати, у нас энергия почему-то не восстановилась полностью. Хотя я вроде... Или я ушат... А, я ушатанный был. А, ты еще раз сразу прямо. Так это вообще выгодно. Фасоль пока самая выгодная. То, что ее один раз посадил, и семена больше не нужны. Так, мы сейчас в поисках, точнее, ну, денег на удочку... Вот я не знаю, все-таки через рыбалку удочку добиваться, либо через шахту пойти. То есть, ну, понятно, что, наверное, надо будет прокачивать все, и одно, и второе. Но... Блин, нафиг ты полил там? Так, все, мы полили. Блин, микрофон цепляет музыку почему-то. Слушай, громче не делал ничего. Так. Фасоль мы оставим себе. На восстановление энергии. Что у нас по заданиям вообще? Глубже в шахту, но до 40-го мы не... Так, топор еще не знаю, построить птичник. На птичник нам сколько там? 4000 надо. Дофига, удочка ближе. Так что давайте, наверное, сегодня мы пойдем на рыбалку. Будем чередовать рыбалку с шахтой. Ну ладно. Хотя я бы пошел в дождик, дождаться можно было бы дождика. А, у нас энергии ни хрена нету. Так, тогда идем нарциссы вон собираем. Блин. Нарцисс собери. Так, там вон одуванчик вижу. Нолик. Вообще, раз созрели, внимание, цветочные танцы. А, у нас же цветочные танцы, блядь, точно. А где, говорили, цветочные танцы будут? Ребята, где цветочные танцы, я забыл. Они где-то в лесу говорили. Где в лесу? Как я помню, я так понял, где-то вот здесь, наверное. Или вот здесь. Блин, я не понял, где они будут, честно. Я думал, что они где-то вот вон там, вон, как к башне идти, на полянке. Ну, когда я читал ту запись, я сейчас уже ее не помню, но говорилось что-то вроде бы как там. Да, вроде здесь. Ну, огорожено все так. Я надеюсь, что я правильно бегу. Да. Однозначно да. Э.
нарциссы, одуванчики. Ну, это просто купить цветы. Цветочный бочонок, рецепт. И что нам здесь надо? Я репетирую па, все должно быть идеально. А где мой инвентарь? Здесь инвентаря нету, да? Так нечестно, почему нельзя быть королевой цветов? Ты же Винсент, какой нахер королевой? Королем тогда уж. Когда-нибудь королевой цветов стану я, ну, Джаз, от тебя, ладно, это слушай. О, бабушка. Эвелин, я целую неделю работала над цветочными композициями. Тебе нравится? Ну... Однообразно как-то. Как ты так их сделала? Прямо идентичные друг другу. Опа, Кай. Эбигейл, ненавижу танцевать у всех на виду. Мне так стыдно становится. Вот та же херня. Эбигейл, мы с тобой сойдемся. Севастин, фу, ну... Похеру. А знаешь что? Я признаюсь, мне очень нравятся цветы. Ну, ты... Да... Надо бы удочку захватить. Так я захватил. Проблем нет. Я подготовленный. Сезон лягушек-то набирает обороты. Че, лягушек можно сейчас вылавливать? А с чего по весне? Ладно, по осени. Лея, ты меня рада видеть. Ты че, ты с ней, Элиот? И я надел свою любимую рубашку. У тебя та же самая рубашка, что ты пиздишь? С тобой. Так, ты Мальвина, блин, гребаная. Я объелась. Как тебе красное желе? Я еще не ел. Кузнец, а ты еще... Интересно, стала бы Эмили со мной танцевать? Эмили, это какая? А где Эмили? Пенни. Что она здесь сглатывает? И почему она нервничает? Я один настолько испорченный. Я все набираю смелости, чтобы попросить кого-нибудь со мной потанцевать. Так у тебя рядом она сглатывает и нервничает. Я люблю танцевать, но эти танцы немного чопорные, хотя предкам очень нравились. Нам со всеми надо поговорить, да? О, здравствуй, мило с твоей стороны заговори со мной. Весна скоро закончится, очень жаль. Вокруг любовь, а я до сих пор не замужем. А ты... Вообще, судя по тому, как у тебя живот торчит, не странно, почему ты не замужем, у тебя, наверное, еще дома 40 кошек. Марня сегодня такая красивая. Ну так, блин, потанцуйте нахер, а? В самом-то деле, вон, она говорит, что она не замужем. Я просто любуюсь видами. А что мне надо сделать? Я вроде со всеми, ну вот с вами тремя не говорил, да? Так, Робин. А в воздухе такой сладкий цветочный аромат, ты что скажешь? Традиционные весенние танцы уходят корнями в древние ритуалы плодородия. А ты будешь сегодня танцевать? Джоди, ты на что-то намекаешь? Ты хочешь, чтобы я потанцевал? Лучше бы Пьер провел этот праздник с семьей. Я еще не улавливаю, какие у них тут взаимоотношения, но пока что все очень сложно. Великолепный соус. А можно пожрать что-нибудь, ребят? У меня энергии как раз нет. Эх, хорошо живем, да, молодежь? Сладкое вино, ручеек журчит. Воздух теплый. Я уже говорила про вино? Понятно, это местный бухарик. Так, только я с тобой не говорил, Джордж. Цветы? Да я их почти не вижу. Так, имя... А, вот. Ну что, начнем танцы? Да, давай начинать. Чё? Я все равно, я не подготавливал себе пару, ничего. Рано нам, я уже говорил об этом. Смотрим за танцами. Это же надо было репетировать, это же, наверное, надо было подготавливаться не за в тот день, когда меня предупредили, а заранее. То есть по календарю смотреть, когда какие-то, и подготавливаться к этому. Но для этого надо бы выстраивать отношения. Это что, весь танец? Я просто похлопаю. Вы даже друг к другу не подошли, что это за танец? Было весело, а теперь пора домой. То есть это просто мы заскипали день, получается, да? А, нажать же надо. Че, я сижу туплю. Так, ну ладно, мы хотя бы полить успели. Так, ну что, ложимся спать, у нас больше ничего, да.
Мы хотя бы не уставшие, сейчас энергия должна быть на максимум. А, сейчас уже пойдем на рыбалку, наверное, если нам ничего не собьют. Так, дары земли, о. Добро пожаловать на дары земли. Сегодня у нас для вас припасен очередной совет. Слушайте внимательно. Плодовые деревья планируют... Планируйте посадку заранее. Такие деревья смогут расти только через сезон, после посева. Если вплотную к вашему саженцу растет что-то еще, то сам саженец расти дальше не сможет. Взрослое дерево плодоносит ежедневно в своем сезоне. Начинайте копить. Ага, это хороший совет. Оракул Велик. Единственная телепередача, где голос духов передается напрямую, прямо к вам. Духи сегодня несколько раздражены. Ну, если бы ты так орала про духов, они бы... я бы тоже был, если бы про меня так орали. Ясно и солнечно. Так, берем лейку. Я сразу возьму, наверное, с собой. Давайте я фасоль возьму с собой, ее 7, потому что... Я понимаю, что у меня, скорее всего, если я продам весь свой инвентарь, то я смогу уже, наверное, что-то купить. А куда цветы продавать? Я понимаю, что их можно, наверное, и дарить. О, картофан вырос. Не, значит... Блин, собери. Зачем ты полил? Мы еще, наверное, успеем картошку один раз высадить. А, коса требуется. Сейчас бегаю за косой, секунду. Еще раз засеять весенние. Так, а где коса у меня? Секунду, а где коса? Вот коса. Так. Так, все, здесь я полил. Можно идти продать кудрявую капусту, продать картоху. Я сейчас еще что-нибудь возьму на продажу. Так, давайте берем... Блин, нарцисс мне нужен был или нет? Я не помню, что мне нужно было. Нарциссы мне нужны дикие семена делать. Можно, кстати, наделать диких семян. Я надеюсь... А, у меня семена цветная уже не успеет вызреть. Так, забрать картошку... дикий хрен, это все нам надо. Вместе с нарциссами, что сделать дикие семена. Давайте заберем вот эту фасоль, продадим. А дуванчик тоже нужен на дикие семена, правильно я помню, да. Хотя, мне сказали, с золотым лучше, ну, вот такое вот продавать. Здесь 4 получается, здесь 7. То есть, в общем, с этим нарциссом получится. Я не знаю, можно ли для диких семян использовать вот такой нарцисс. Ну да ладно. Давайте я заберу и цветную капусту или нет. Не, хватит мне на продажу. Я, если что, фасоль продам всю, которая у меня есть. У меня сейчас энергии хватит на этот день посадить все. Снова посадка, то есть, ну, я не особо просто, получается, запомнить, что у нас было и когда они созреют. Хотя я понимал, что они созреют. Видно, до этого я очень много пропускал поливов. Из-за этого и получилось то, что... не хочу, чтобы искусство рыбацкое вымерло, потому что плачу 100 золота рыбаку, который выловит тайную такую рыбину. Малоротый окунь, 2 штуки. Да, тут 2 дня дается на задание, я малоротых окуней знаю, где ловить. Так, у нас 4 дня осталось. 4 дня, оно успеет вырасти или не успеет? Ну, то, что растет 4 дня. То есть, если я сегодня посажу... Сегодняшний день считается или нет? У меня вопрос. То есть, 1, 2, 3, 4. Пьер, день рождения. Давай, открывайся. Ну, 90, блин. Ну, какая блатная кудрявая капуста. Двадцать минут стоим под дверью, а? Почему мы просыпаемся так рано, а открывается так поздно? С 8 надо, чтобы работало это все. Благо, хоть ты здесь, а то бы еще тебя здесь не было. Так, я продаю все цветы, я не вижу в них смысла. Ой, 2500.
Блин, да мы-то сейчас это так наберем на этот. Семена ка... А, 6 дней. На 4 дня у нас все равно ни черта нету. Только пастернак. У меня там скоророст есть. Можно скоророст, но я не хочу скоророст на такое. Скоророст надо... саженец вишни. Плодоносит весной. Плодоносит весной. Плодоносит летом. Через 28 дней. Растет только если 8 клеток вокруг него не заняты. Блин, купить саженец апельсина, но он каждый день будет. Наверное, надо уже на осень брать. Потому что у нас будет, наверное, месяц один сезона. Или я неправильно понимаю? Напишите в комментариях пока по поводу, сколько у нас все-таки длится сезон. Один месяц, как я понял. Ну, просто весны нам дали один месяц. Или мы переехали в конце весны из-за этого. Ну, короче, получаем, значит, с засадкой у нас все, пока мы ничего не сажаем. Это я оставлю себе на энергию. Пойдемте лучше купим удочку тогда. И все-таки бухнемся в рыбалку. А уже засаживать начнем с лета, летние эти. Постоянно что-то сажать. Я постараюсь там не пропускать поливы. Но у меня дома была наживка. Но я сейчас, наверное, возьму удочку и возьму наживки. А я могу на эту удочку фибергласовую ловить без наживки? Еще такой вопрос. Конечно, я его проверю. Но навряд ли вам стоит в комментариях это писать. Ну, не, пишите все, что угодно. Комментарии нужны. Так, где моя фибергласовая удочка? И давайте купим вот так наживки. 7 наживки. Так, смотрим. 7. А как ее? А как надеть наживку? Блин, мне ждать ваших комментариев, потому что я не пойму, как надеть наживку. Хотя мне надо на реку идти, мне маловорот и окуни нужны. Без наживки оно клюнет вообще, нет? То есть я вообще сейчас забросил без наживки? Или как по умолчанию, как и здесь там типа на... Не, что-то клюет. Странно. Удочка вроде бы блатная, а... Используется... С ней рыба клюет быстрее. Ну, а почему она не используется? Куда ее надо? Ну, я хотел бы на эту... Ну, я не знаю, как наживку использовать, честно. Ну, вот, крючочек. Я вижу, вот, используется для ловли рыбы. Под ним якобы надо что-то вставить. Ну а как туда вставить, что ни хрена непонятно. Может в управлении посмотреть? Да тут управления-то нету, настройки. Управления-то как такового нет. Управление интуитивное. Ну давайте малоротых окуней выловим, хотя бы это, лишь дополнительных 100 монет получим. Я больше ни на что тратиться не буду, я лучше побольше оставлю денег, чтобы закупить летние семена растений. Ну, я бы не сказал, что рыба клюет быстрее. Она наоборот клюет медленнее с ней, с этой удочкой. Так, теперь попробуем на минималочку. Как, блядь, мне наживку на...
Я думал, она автоматически как-то будет использоваться, а она ни хрена не используется. Теперь по центру закинь. Это что было? Сразу как-то поклевка, но не до поклевка. Я пока не пойму, лучше ли эта удочка или нет. Ну, потому что я вылавливаю самую обычную рыбу, вон, самых обычных санфишей. Ну, вытаскивается достаточно просто, но мне кажется, я и с той удочкой не особо, но на 20-сантиметровом санфише старался. Так, поймана. Все правильно, значит, нам просто поймать надо, не принести ему, а просто поймать. Мы-то все равно, конечно, к нему пойдем потом рыбу продавать. Я не погонюсь за сундуком, черт с ним. А, я еще хотел жоды. Так. Все, вас ждет Вильде. Давайте я сразу отнесу ему рыбу и останусь там ловить. Половим сегодня с моря. Я ж думаю, Вильде это этот нас ждет. Навряд ли кто-то задание по рыбе другой предлагал. Потому что я еще всех все-таки не помню. Так. А что не так? Ты вилишь? Ты вили или не вили? Я просил имя, а ты хуячишь заклинание. Кто ты? Мне к тебе как, обойти надо с другой? О, да. Я знал, что ты справишься. О, правда, они порой такие умными кажутся. Аж страсть. Вот твое вознаграждение, поздравляю. Где вознаграждение? Ага, вот оно, все. Чувак, а подскажи, а как наживку использовать? Крабовая ловушка, блин. Ну, кстати, нам ее можно было бы сделать. Я не помню, что на нее надо. А рыбная ловля плюс один, это на какое-то время дается или как? Блин, и как наживку использовать? Я вот вообще не пойму. А, Вов, блин, я пробовал так. Но, опять же, она просто клюет быстрее, не говорится, что улов лучше, либо еще что-то. Но мы попробуем. Идеальная рыба. Она вообще ничего не делала, можно сказать. Сельдь. Рекордную сельдь выловил. Блин, я пробую, я нажимал вторую кнопку, ну честно. А, и постоянно тратится наживка. То есть даже если я водоросль вылавливаю, все равно наживка тратится. Я что, на наживку буду одни водоросли вылавливать? Такое себе занятие. Мне кажется, водоросли по-любому дешевле рыбы. Здорового анчоуса выловили. Так, а я наживку могу сам делать? По идее, ж должен. Не, с наживкой, конечно, все-таки клев побыстрее будет. Мы доловим даже без наживки. А что мне со старой удочкой делать? Ее продать, наверное, можно. И нужно. Ну, раз и это может.
ловить без наживки, как бы, смысл мне оставлять ту, я так понимаю. Я ее, наверное, продам, потому что, ну, мне кажется, это логично. Навряд ли здесь есть то, что на эту удочку что-то нельзя выловить. Ее надо прямо только на первую удочку ловить. Вот сейчас будет мелочь какая-то, потому что безупречно не получилось. Давайте сразу, кстати, продадим рыбу и... Ты еще работаешь? Да, наверное, еще 10. А, я продать тебе не могу, да? А че вы такие прямо фиолетовые какие-то, сиреневые? Если честно, не сказал бы я, что прямо дофига рыба стоила. Не, ну на 700... А, на 500 монет я продал рыбы. Ну давайте половим. Так, все, ты закрылся. Что ты? Не стой так, не надо так, кстати, стоять. И что-то хочешь спросить? А, рыбачить? А ничего, что, блядь, тебе мало? Встали здесь. Как насчет встать вон на том месте? Там слишком тесно. Слишком тесно. Да туда, блядь, Боинг можно посадить. Да, ну давай я отойду, блин, я не горный. Ну просто это. Как-то это неприлично, когда тут, блин, вся привада пристань свободна, блядь. Ты подходишь прямо, и вот я буду прямо с тобой рядом ловить. За такое по шапке дед получить можно. Так, 4 дня. Если 4 дня устраивать чисто рыбалку, и нас не будут прямо сильно отвлекать какими-то там пипец заданиями, то я думаю, мы тысяч на 5-6 должны наловить. То есть это наш будет вклад на летние семена. Я бы купил сейчас апельсиновый, если бы я знал, сколько будет длиться лето. Просто сейчас 4 дня, получается, если оно будет 28 дней расти... Блин, какая сложная рыба. Ну вот. То получится, он только под конец лета вырастет, если все-таки, как я думаю, ну, сезон идет один месяц всего вместо трех. Тогда не имеет смысла брать апельсин. Есть смысл брать сразу что-то осеннее, чтобы за лето это выросло, превратилось в большое дерево. А уже осенью плодоносило. О! Мелкая комбала, да что-то по размеру она нифига не мелкая. Поскольку мы по 7 вроде тратим энергии за заброс. А у деда вообще не клюет? Или нам анимация не показана? Как у него клюет. Я до 50 энергии, я не буду сливать все в ноль. Я не знаю, скажите, кстати, каков все-таки предел, чтобы ты, ну, на каких цифрах у него начинается усталость, на каких переутомление? Просто, чтобы я уже в голове. Я понимаю, я могу проверить, но мне впаду. Зачем? У меня же есть вы, которые вы мне напишите. Это прям симулятор рыбалки. Новое достижение. Славный улов. А к чему он? Что я такого прям выловил? Или типа за один день какое-то количество рыбы выловить?
комбала. Надо сейчас зайти, вроде комбалы у меня не хватает в этом, в коллекции, в клубе. Ночью, значит, ну, вечером комбала клюет. Так, эту вылавливаем, еще один заброс и уходим. Давайте на минималочку прямо. Да, 52 и уходим. Кстати, странно все-таки, что он в 2 часа ночи тогда вырубился. Он был не переутомлен, ничего. Ну, то есть, человек может и 2 суток спокойно прожить, если он не особо переутомился. Конечно, да, это прикольно говорить, когда он целый день шахту рыл. Ну вот, но все равно усталости же не показывалось. Я не знаю, сейчас в клуб заглянуть или на следующий день. В частном доме жители поймали серую крысу-гиганта. Животное повадилось воровать на кухне конфеты. Ему устроили засаду. В итоге воровка оказалась просто гигантских размеров. Кошки. Это мы типа спалили этого, да? Не окажешь старику услугу, тут за углом еноты. Припугни их, а? Один беспорядок из-за них. Вот спасибо, постращай их как следует, чтобы никогда не возвращались. Нехеровый такой енот. Это он слезинку типа? Это был я, прости. В этих баках часто бывает много свежей горячей еды. Если я ее не заберу, она пропадет зря. Блин, ну, чуваку нечего питаться, он же там наверху у нас живет в палатке возле костра. Как думаешь, я поступаю неправильно? Ну вот, наверное, самое оптимальное, ну я бы ответил. То, что как, тут не полные ответы, если честно. Ну точно, то есть это не... Ну это может и омерзительно, но опять же, когда некого чего жрать, будешь жрать все что угодно, блин. И даже не свежую еду. Нет, не пропадать же еде, это бредовый ответ. А, да, это незаконно, здесь частная собственность. Как бы да, но в то же время, блять, это мусорка. Значит, ты по сути, ты уже отказался от прав на эту еду. Но с другой стороны, если рассудить, это, блять, его мусорка. Так что... Вот, наверное, самое последнее только. То есть, как думаешь, я поступаю неправильно? Нет. То есть, получается, нет, ты поступаешь правильно, но тебе следует все-таки найти работу и прекратить паразитировать. Ну ладно. Эх, все... Не все переживаются в этом мире, Мистикс. Ты не знаешь, каково это быть мной. Я никому не мешаю, я просто хочу жить по-своему. Неужели это плохо? С другой стороны, вот я его офигенно понимаю. Вот я хочу жить так, как мне нравится. Для этого жизнь не дана. Как говорится... Как говорится? Секунду. Сейчас вот здесь должно шарик засветиться. Мои раздумья. Как надо жить? А, все, что запрещено, указано в уголовном кодексе, все, что разрешено, в налоговом. Все остальное по усмотрению. Ну вот, вот так вот надо. А, чё ты к Джорджу не зашел, не сказал, типа, все нормально. А, ты пошел в клубный мусорки рыться. Тут еще и развязка сейчас будет. Дай ты ему жрачки, это ж клуб, по-любому что-то осталось. Вот, вот, правильно, если тебе нужна еда, просто попроси, не хочу, чтобы в городе Пеликан кто-нибудь голодал. Блин, я не прочитал прошлое, ну же возьми. Я зачитался, я за это задумался и так и не... А я сейчас что, дома окажусь или... А, я окажусь здесь. Странно, что время при этом вообще мы не потратили на это времени.
Но это, я так понимаю, сюжетно было, и это учило нас, то, что можно ковыряться в мусор. Мне об этом уже писали. А давайте попробуем, ну просто попробуем. Ой, блин, нет. Разбитые очки, кстати. Так, ну давайте уже через низ пройдем. Нам разницы-то нету, через что идти. Через низ, через верх. Коровки спят. Коровки, бычки. Блин, я же хотел в клуб зайти. Ладно, потом... Блин, добежать до клуба. Мы же успеем добежать до клуба, правильно я понимаю? Мне просто неохота потом брать с собой еще раз рыбу, идти смотреть, какая рыба там нужна, какая нет. Все-таки я выйду. Я потом зайду с утра. Да, давайте вот так поступим. Ложимся спать до утра. Так, навык обращения с лейкой, навык обращения с мотыгой. Новый рецепт улей. Новый рецепт скороста и обед фермера. О как, навык обращения. Утилизационная машина. Подождите, у нас что-то такое было. Так. Для начала, улей. Поставьте его под открытым небом, и скоро у вас будет вкусный мед. Зимой не работает. Древесина, уголь, железный слиток. Опять и кленовый сироп. Это, наверное, надо в моей хреновне, которую я поставил. Кстати, вот в такой, в подсочнике. Так. Наживка. А, вот, жучиная плоть куда нужна. Понятно. Также в кольцо стойкости нужна. Утилизационная. Превращает выловленный мусор в полезный. Опять же, железный слиток. Нам нужны железные слитки. Для этого нам нужна, я так понимаю, железная руда. Да, нам везде нужны железные слитки. Но я все равно, наверное, доловлю. Или не долавливать, пойти уже это так. Я возьму краба, он мне нужен там. Устрицу я положить сейчас по одному возьму. Так, мне надо что-то поливать? Да, мне надо поливать. Нету никаких рецептов. В ужасном расположении духа. Это фигово. Погода на завтра. Завтра будет прекрасный солнечный день. Блин, я очки с собой несу зачем-то. Ух ты, какие. Мне показалось, это одно единое такое здоровое. Инвентарь полный, блин. А чё я водоросли не выложил сразу, а? Водоросли-то я коплю. Я не знаю, зачем, но... Зачем-то они вроде нужны были. Вот, водоросли выложили. Остальное мы оставили, получается, нет. Мидию надо взять. Эти шарики продаются? Ну, наверное, продаются. Блин, 81 энергии, а? Не знаю, сейчас посмотрим, нужны ли эти шарики. Короче, зайдем в клуб, заполним, что там можно заполнить. Собака что-то моя загавкала. И, наверное, еще денек порыбачим. А потом надо уже гнать все-таки в этот, в рудник и добывать железные руды. Нам крайне не хватает, чтобы у нас была железная руда. А я до железа даже не помню, я вроде бы так... Блин, зачем ты полил нарцисс? Инвентарь полный. А энергия у нас тоже полная, даже не съешь ничего. Блин, тут нарциссов столько. Ладно, я надеюсь, я сейчас что-нибудь довыложу. Так, крабовый. Краб. Устрица. А, я 5 мог. Крабовые ловушки 3. Круто. Так, здесь нет. Здесь нет. Здесь тигровая форель. Кстати, вот напишите, как вылавливается тигровая форель. Ну, когда один остался, всех не надо, вот, потому что я запутаюсь. Но когда один остался, просто там тигровая форель, там-то, там-то. О, еще одно открылось. Так, давайте здесь смотреть, что мы здесь должны собрать. Это поварской, да? Нет, не съесть. Нет, не съесть.
А чего ты? Подсолнух, аквамарин, утиное перо. Блин, я вылавливал головаль. А где я его вылавливал? Блин, я не помню, если честно. И я подсочник не проверил. Сок там собрался или нет? Скорее всего, уже собрался. Надо было его проверить. Так, здесь у нас слитки нужны. Слитки и хрень, которой у меня еще нету. Ну, слизь у меня есть, кварц есть, земляной кристалл есть. Огненного кварца нету и замерзшей слезы нету. Понятно. Так, здесь нарцисс, рыба, которая... А, блин, а серьезно, камбала никуда не нужна? Или я камбалу уже... Нет, это сом. Я просто думал, тут вся рыба нужна. Оказывается, нет. Ну, вот, например, камбала, она нафиг никуда не нужна. Так, ладно, значит, мы ее продадим. Что поделать? А мои ловушки крабовые могут скоммуниздить или нет? Если я их куда-то закину сейчас там в море, например. Приходи за улом, работает в реках, озерах и в океане. Я же хочу подпродать рыбу, которая у нас была вечером выловлена. Так. 3000, нормально. А, вот сюда надо закидывать. Я понял, мне сказали, где пузырьки. Ну, почти попал. Чуть-чуть посильнее надо было. Я, кстати, не помню, в прошлом дне были где-то пузырьки или нет. А, пузырьки исчезли. Ну как, к чайкам туда? Из-под них что-нибудь выловлю? Или чайку? Конечно, нереально, но все равно. А, и начините наживкой. Наживку надо было с собой брать. А как их начинать наживкой? Ну ладно, разберусь, думаю. Надеюсь, по крайней мере, хотя я могу и не разобраться. Вот мне интересно, в моих недоозерах, болотцах, которые на этом, что-нибудь может плевать или нет? Или туда надо запускать как-то рыбу? Что мне мерцание слишком странное стало. О, Элиот идет. Своей якобы новой рубашки, которая у него каждый день одна и та же. Идеальная рыба. Ни черта делать не надо. Но, конечно, и крайне дешевая. У меня мерцание ужасное океана почему-то сегодня. Прошлый день океан так не мерцал. Ну, такой, знаете, как в 90-х на пузатых мониторах. На выпуклых еще. Если старперы есть, то пойму. Вот если я двигаюсь, то у меня нормально. Если я встаю на месте, то у меня прям пипец. Давайте я хочу сходить все-таки за наживкой. Я понимаю, что я мог еще половить, но если что, вечером половлю. Где-нибудь в реке.
и забросить все-таки крабовые ловушки. Ну, раз они есть, они должны работать. Благо, наживка у меня там есть, и я могу еще наживки сделать. А от вас жду в комментариях, есть смысл забрасывать? Просто я не хочу время тратить, стоять возле своих водоемов, в моих водоемах, которые у меня на территории. Может что-то быть? Или опять же, как я уже говорил, нет? Я сейчас, правда, вопросов не задам, я потом сам заколебусь запоминать, какие на них ответы. Так, мне надо наживку взять. А, и подсочник надо заодно проверить. Наживку 10 взять. Это взять, я сделаю еще наживки. Я все прямо не буду тратить. Так. Давайте 5 жучиной плоти. А сколько на кольцо надо? Блин, 25, тогда можно все потратить. Пофигу вообще. Ну, 25, как бы, оставлять 5 смысла не имеет. Так, что там с подсочником? Ай, блин, нет. А что надо? Почему ничего не делается? Подсочник. Так, я вешал на какое дерево? Вот на такое. Вот это вроде бы другое. Ну, здесь более больше листьев. Я понимаю, на ель-то я смолу соберу, но мне, например, надо кленовый сок собрать. Так, ну-ка. В реках, озерах и океане. Так, ну давайте внизу. Река под прямо моим огородом. Я вот там вот и поставлю их. Я не знаю, насколько их близко можно ставить. В одном месте навряд ли есть смысл. И как их правильно ставить? Просто опять же, по наживке она сама все-таки забросится. И начините наживкой. Вот именно вопрос на... О, извиняюсь. Бывает так... Давайте вот здесь. Ты смотри, я здесь вот смотри, ставлю. А почему не могу поставить? Положите ее в воду. Ну, наживка я и одной, и второй. Вторую кнопку я вот меняю, вторая кнопка не работает. Положить в воду. Я не могу положить в воду. А, вот, положил. 9. А, ну, все, по одной наживке туда, да? То есть он прямо с краю ее ставит. Так. Ну и все. Все, 72 сюда. И давайте продолжим ловить. Нам, кстати, говоля надо выловить. Тут, если что, до дома близко, так что дойдем. Как я упустил, что водоголовый нужен. Блин, на безупречно не получилось. Не помню, это что, хреновый запрос был? Почему вот иногда он раз и сбрасывает? Сломанный диск. Но это, я так понимаю, в перерабатывающий аппарат надо. Понятно, слишком прямо минимум. Когда прямо слишком, это он, получается, под себя кинул, ему приходится перебрасывать.
Блин, с учетом, какая у меня удочка, что-то, наверное, серьезное. А, здесь не надо трогать это. А, надо. Я уж думаю, это изумительная эта рыба, которую не надо ничего делать, она сама выловится. О, говоль. Блин, рекордного говоля. Ну, придется класть такого. Ну, я думаю, еще выловим. Сейчас сколько? Ну, у нас еще 100 энергии в запасе. Под вылов. Надо где-то процентов на 70 забрасывать. Еще один рекордный, блин. Так, ну я тогда выкидываю сломанный диск. И надо пойти разгрузиться. Хотя можно просто цветок сожрать. Энергию восстановили заодно. Реально с наживкой очень быстро плюет. Я буду стараться сейчас где-то, ну, процентов на 60, на 70 заброса. Хотя периодически ночью надо будет попробовать и другое. О, мокрая газета. А это ж мусор. Мусор, ну и черт с ним. Пока у нас есть наживка, мы позанимаемся рыбалкой. Как наживка кончится, тогда мы пойдем в шахту, чтобы уже набирать этой же наживки. Что это там, мозги, не мозги, слизь от этих, от летающих ног. И заодно набирать руду. Блин, а ты чего не это? Бля, вот что мне выкидывать? Нарцисс выкину. Не, надо идти разгружаться. Но я сейчас схожу и разгружусь, блин, обратно уже смысл возвращаться какой. Хотя энергии еще сотня, надо возвращаться. До двух ночи еще времени хватает. Ну ладно, до часу, чтоб час точно был вернуться обратно. Хотя здесь мы, наверное, за полчаса добегаем, но на всякий случай, чтобы не вырубиться по пути, обидно будет вырубиться на своей же территории. Так, эту удочку, я не знаю, куда ее продать можно. Так, лейку сюда. Я рыбу вот так оставлю, мне хватит строчки сейчас по-любому. Не буду тратить время особо много. Надо было, правда, три оставить еще, чтобы на следующий день крабовые ловушки. Вот это круто, то, что я только собирался их крафтить, а они раз, и они мне дались. Я не пойму, что с подсочником не так. Почему подсочник не набрал? Или сколько он должен набирать? Просто еще в этом вопрос. Может, я его рано снял? Надо было еще дождаться. Он там неделю, может, должен повисеть. Это, блин. Мне в дождик надо порыбачить. Наверное, будет другая рыба. Везде причем. И на море, и в реке. В реке, например, под дождиком ночью. Вот так я точно не ловил еще. Вроде бы. Потому что, ну, в солнечную погоду мы ловили.
Но сейчас рыбалка стала намного проще, чем в начале была. В начале просто прям, ну, надо попотеть, чтобы что-то выловить. Сейчас этот поплавочек наш слушается намного лучше. Я волновался, что у меня головоли не будет. Уже головоли не наловил. Где они? Не на второй строчке, что ли? Что это было? Давайте на максимум теперь. На 60-70 я позабрасывал. Давайте на максимум посмотрим, что ночью. Может, что-нибудь новое выловим. Но, скорее всего, форель это будет где-нибудь там в дождик, ночью, на изгибы реки надо. Все, 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 уходим, уходим, уходим. А то это... Не хватало еще отвалиться снова. Мне неохота деньги, а там 200 монет беру. Это тогда 200 взяли, блин, а то вдруг он в этот раз полтыщи возьмет. Я не для того рыбу налавливаю, чтобы... Так, ну, здесь мы все были. А на этом этот выпуск заканчивается. Всем спасибо, кто смотрел. Не забываем ставить лайки, подписываться, комментировать, вступать в группу ВК, там выходит расписание моих стримов и летсплеев, также вступать в группу в Телеграме. Если хотите поддержать меня, можете сделать это на Тальдерсе. Все ссылочки есть в описании под видео. А на этом все. Всем спасибо, всем до следующих видео. Всем пока.